Я думаю, в Крыму все со временем стабилизируется. Ну, Крым наш извечен, ну, как Севастополь, флот там русский всегда был. Я даже, ну, трудно представить его без России. Просто и Ельцин отдал, когда делили страну в 91-м году. До этого еще Хрущев там в 38-м, что ли, ну, или в 50-х годах подписал. Но это не значит, что он украинский. Если они отказываются, Украина, от всего капиталистического, советского там, то они должны от Крыма отказаться, логически. Потому что он всегда, он был российский всегда. Вот. Ну, я считаю, у них, конечно, не так там все же лучше, чем в Донецкой и Луганской республиках. И люди живут. Может быть, не хватает туристов, потому что в основном ездят советские. Вся вот эта пропаганда, вот эта вот вся грязь, которую на нас Запад льет, я думаю, это влияет негативно на туристов.